Это было так глупо! Воу, ребята, всем привет! Как вы, наверное, заметили, я приобрел себе очень крутой самолет. А это значит, что сегодня мы вместе с вами поиграем в... Оу-оу-оу, там враг летит. War Thunder! И, ребятки, прежде чем меня подобьет соперник, вы можете скачать War Thunder по ссылочке в описании и получить крутые бонусы. Переходите по ссылке в описании, регайтесь, скачивайте War Thunder и присоединяйтесь к эпичным баталиям. Воу-воу, он, кажется, меня догоняет. Так, ну все, я полетел. Какой самолет мне выбрать? F3F2 Galera. Ребятки, мы обязаны с вами испробовать этот самолетик. Сейчас поджарим несколько крылышек. Уничтожьте наземную технику противника, но это мы уже с вами знаем. Итак, лететь до техники противника достаточно далеко, поэтому мы с вами, не торопясь, вот так вот летим себе спокойно. Ладно, нет, сейчас нас начнут бомбить, поэтому, видимо, нам придется по кому-то пострелять. Собака-барабака. Мой главный противник, собака-барабака. И она летит прямо на меня. Кстати говоря, 3, 2, 1, обстрел! Попадание на тебя! Я подбил собаку-барабаку. Столкновение самолетов. Я потратил свой самолет. А, это было очень глупое решение, окей? Ладно, больше мы такого не допустим. I believe I can fly. Воу, вот это я лечу, конечно. Вон опять та самая собака-барабака. Не, ну, он со мной батлится 100% больше не будет. Так, ну что ж, давай-ка мы с тобой немножечко побомбим вражескую технику. You know? Опа, попадание. Шикарное попадание. Все, набираем с вами высоту. Ага, вот он ты. Ты что думал, я тебя потерял, да? Ты думал, что я тебя больше не найду? А вот не тут-то было. От меня еще никто не уходил. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Опять возле него прилетел. Я подумал, что не стоит так наглеть и стоит немного побомбить этого чувака. Так, так, так. Шикарно. Техника уничтожена. Ну что ж, одну машинку я у них уничтожил. Сейчас мы с тобой пойдем на плавный разворот. Ой, как же меня прокрутило-то. Смотрите-ка, кто это здесь у нас? Что это за машинка с пулеметом? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Разгоняемся с вами, набираем с вами скорость, не паникуем. Критические ситуации случаются. Блин, все они начали таргетить именно меня. Вы что, серьезно? Тут же кругом тысячу разных самолетов. Еще одна техника уничтожена. Ребят, я показываю полный ас в воздухе. Ну скажите мне, кто бы вам еще такое показал? Так, вот он, собака-барабак. Давай-давай, сейчас я тебя накормлю собачьим кормом. На-на-на-на-на-на-на! Одно попадание, вы серьезно? У вас кончились патроны. Перезарядка патронов произойдет автоматически. Эй, как это у меня кончились патроны? Это было так глупо. Одна секунда решила абсолютно все. Зачем я полетел к этому падающему самолету? Ну что ж, у меня остался последний самолет, а это означает, что у нас больше нет права на ошибку. Вот тут я чувствую себя немного в безопасности, правда, я ничего не вижу из-за деревьев. Не торопимся, не торопимся, все хорошо. Уничтожение раз, и идем на подъем. Почему я один уничтожаю вражескую технику? Объясните мне, почему я этим занимаюсь один? Как бы нас здесь целая толпа, а я этим один занимаюсь. Я чуть было не приземлился. Я просто в паре метрах от земли прилетел. Опа, техника уничтожена. Так, вот еще один. Так, прямо в прицел его берем. Еще одна техника уничтожена. Собираем с вами целый стрик. Нам не хватает еще одной техники. Да, трипл килла. Опа, трипл. Я только вхожу в кураж, а вы что думали? Все, летим на небольшой скорости. Кажется, пулька прошибла мне немножечко крыло. Вот этот чувак прям стреляет в разные стороны. Давай, 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 давай. Да как? У вас кончились патроны. Опять что ли? Патроны. Сейчас самое время возобновиться. Он в такой удобной позиции летит. Я должен его подбить. Все, подбили его. Самолет сбит. Ха-ха-ха. Бугагашеньки гага. Какой же я злобный. Уничтожил их технику, да еще и сбил какого-то чувака. Ребят, сейчас или никогда? Вы готовы? О, да! Е-бой! Мы с вами должны играть на победу, только на победу. Мы немножечко их уделываем, совсем капельку. Может быть, потому что их осталось не так уж и много, этих врагов наших. Вон там кто-то в кустиках засел. Брателло, я лечу прямо на тебя, ты что думал? Оу-е! Мистер Крабс! Осталось буквально пару танков взорвать, я и не вижу оставшуюся технику. Где она? А, вон он. Он, наверное, едет на шашлычки, иначе я не могу понять, что он здесь делает.
я разбился, и мы с вами выполнили миссию. Мое место в команде один. Ребят, на первом месте, кто уничтожил больше всех техники? Уничтожено наземных целей 12. Вот это я понимаю скилл. Чисто играли на победу. Ну а теперь пойдем с тобой немного поплаваем. Итак, самые быстрые уплывают вперед. Я плыву за этими ребятами. О, слушай, мы начинаем разгоняться. Смотри, 86 километров в час. Кто здесь молния? Так, ребят, я предлагаю сейчас аккуратненько оплыть всех наших соперников и уничтожить их со спины. Это не самая лучшая тактика, я вас прекрасно понимаю. Нам придется сделать огромный крюк, но мне кажется, оно того стоит. О, ты что делаешь? Вот это было неожиданно сейчас. Он какой-то ненормальный. Где ты учился водить? Смотрите, они стреляют прямо по курсу. Я предлагаю сейчас им запустить одну торпеду туда. Выпустим ее прогуляться, освежиться. Может быть, кто-нибудь на нее наедет все-таки. Опа-на! А кто это тут у нас? На! Лови! Давай, торпеду в него! Стреляем, ребят! Тушить пожар! Еще не время тушить пожар! Дела очень плохи! Тушить пожар! На тебе! Сейчас мы его уничтожим! Когда будет уничтожение? Мы потерпели крушение. Фу, почему так сложно? Ладно, ребят, мой второй выход, окей. Мы помним нашу практику с самолетами. Мы как бы вначале с вами проигрывали, а потом как начали тащить. Вон там они за островочками прячутся. Вон он, смотри-ка. Кажется, кто-то подорвал моего напарника. Вот, ребят, идеальный пробел в пространстве. Торпеда пошла в бой! Ну все, он эту торпеду точно не переживет. Скорее всего, это была последняя его торпеда? Корпус разрушен. Как? Объясните мне, как? Окей, ребята, идем с вами до точки С. Нужна точка С для мгновенной победы. Ой, они уже половину захватили. Я не успеваю. О, нет, это было самое быстрое поражение, кажись. Миссия провалена. Ну как же? Дубль номер два. Ну, такую громилу вряд ли кто-то сейчас может подорвать. Сейчас прямо по курсу они будут как раз-таки выезжать. Так что давайте мы запустим сразу же туда торпеду такую замечательную. И давайте вторую торпеду. Шикарно, сразу две выпустили. Пташки хотят немного прогуляться. Так, ребят, целимся заранее. Раз, два, три. Давай, обстрел. Ха-ха-ха, вы видели, как он дал кругаля быстренько. Так, уничтожаем деструктора сразу же. Это 100% уничтожение. Техника уничтожена. Ребят, походу будет второе уничтожение. Иначе я это объяснить не могу. Помощь в уничтожении противника. И он там вот за камешками спрятался, чувак. Поливай его огнем. О, тройное попадание. Сейчас очень важный момент. Скажем так, решающий. Все, я запустил торпеду. Идет быстренькая перезарядка. 3, 2, 1. Понеслась. Давай! Вот блин. Ну ладно, это было красиво, ребят. Я почти захватил в соло точку Б. Вот опять на мид выпускаем. Отлично, дело в шляпе. Сейчас кто-то да попадется на мои уловки. Вряд ли кто-то сможет увернуться сразу же от двух торпед. Ой, что-то идет не по плану. Я не могу потушить пожар. Корабль сгорел. Ну что ж, моя последняя попытка. Мой последний шанс. Ой, они захватили все точки, кажись. Неужели это опять был быстрый проигрыш? Как же ж так? Смогу ли я попасть хоть по кому-то с такого расстояния? Да, есть попадание! Ничего себе! Сколько попаданий! У него там пожар на палубе. Да, братан, ты можешь уже просить о помощи. Идем на таран. На! Мы его задавили. Я уничтожил технику своей торпедой. Ничего себе! Лучший отряд, миссия провалена. Когда-нибудь я научусь тащить на кораблях, но явно не сегодня. Вау! Какая хорошая погода. А! Ты как здесь появился? Ты что, волшебник? У нас в команде волшебник. Ну, я думаю, что если мы поедем по прямой, это будет достаточно глупо. Поэтому я предлагаю сейчас стратегически их объехать и занять стратегические позиции. К точке А придется прямо прорываться в прямом смысле этого слова. Поэтому мы поедем с вами через город. Вот так вот, разгоняемся по полной программе. Есть там кто? Команда противника уже захватывает точку А. Йоу, чуваки, что происходит? Не говорите мне, что они ее сейчас запросто захватят. Мы прямо с вами в эпицентре событий, фактически. Вон он. На тебе! Техника уничтожена. Шикарно. Прямое попадание, так сказать. Техника уничтожена, Х2. Двух разнесли. Быстро. Захватываем точку. Ладно, отъеду немного назад. Техника уничтожена! Что я творю? Объясните мне, пожалуйста. Не дадим им проходу. Вот тут сейчас кто-то будет. Нет? Никого нет? А тут... Привет, Марио! Давно не виделись. Опс. Я его хочу уничтожить. Опа! Техника уничтожена.
Этот чувак стоит на месте, вы серьезно? На тебе! Х2 попадание. Да как его уничтожить-то? Да ладно, опять Х2 попадание. Чуть-чуть ниже будем целиться. Вот так вот, техника уничтожена. Сразу двоих забрал. Дружище, на тебя! Это какой-то кек был. Что это было? Все, пошел захват. Capturing. Ну, с этой стороны вряд ли меня они сейчас будут пытаться уничтожить. Скорее всего, они все пойдут справа. Я предлагаю вам сейчас всем сдвинуться в сторону мида и помочь мне немного. Хотя бы поддержать меня. Зона захвачена. Справа-слева. Есть кто? Опа. Вижу. Держу его в прицеле. Сейчас он рано или поздно выйдет к нам поближе. Захватывает зону, а? Вы серьезно? Критические повреждения! Давай! На тебя! Техника уничтожена! О май гад! Все, я могу дальше двигаться. Давайте-ка мы с вами куда-нибудь в бок откатимся. Вот тут за домик встанем и самолетик призовем. Нет! Они опять захватили точку А под свой контроль. Давай, самолет! Так... Спускаемся сразу же вниз. Вон там у нас как раз таки точка А будет. Берем максимальную скорость. Давай. О, обстрел. Воу, какой же у меня скоростной самолет. Перегрузка 7G. Так, они опять захватывают точку А. На тебя! Прямо в танк врезался. Оу, вот это я снайперюга. Помощь в уничтожении. Ну, хоть так. Ребята, нам нужно на точку А. Похоже, мы с вами не успеем захватить точку А. Там один чувак ворвался прямо к ним, но... Это была плохая идея идти одному. Поэтому я должен подоспеть. О, перехват. Все, заезжаем на эту территорию. Ну, нас здесь четверо. Они просто не смогут пробиться здесь. Будем действовать все сообща. Зону мы захватили. Ну все, нам, видимо, придется просто стоять на этой зоне. Прикинь, если это будет камбэк. Это будет самый крутой камбэк в истории. Ребят, это, походу, будет камбэк. Нельзя даже дать подъехать близко к зоне. 3, 2, 1. Мы затащили. Ебой, миссия выполнена. А мне казалось, что мы уже проиграли. Но нет, мы победили. Уничтожено наземных целей 7. Помощь в уничтожении противника 2. Критические повреждения 8. Ребят, это было однозначно красиво. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк под этим видео. Ну а также скачивайте War Thunder по моей ссылочке в описании. Скачивайте и получайте крутые бонусы. Присоединяйтесь к эпичным баталиям. Увидимся с вами в следующих видео. Adios. Playtime.